попробовать, за какое время я свяжу следок. Посмотрим, что у меня из этого выйдет. Пятьдесят три минуты был связан второй. Так, решила я все-таки попробовать, за какое время я свяжу следок. Время у нас 7:30, где-то без 8:20 вечер. Связала один следочек еще, связать еще один следок. Вот следочек я связала. Я приготовила, значит, это тоже сюда. Сейчас я здесь, как сказать, приготовлю себе фронт работы и поставлю секундомер и буду вязать на следок. Поставлю время и хочу самой. Мне самой так это интересно, да, вот спрашивают, Вера, за какое время вы можете связать один следок. Я не знаю, буду ли я отвлекаться, ну, то есть вставать там, куда-то по своим делам отходить, это понятное дело. Значит так, ведерко, два мотка, два клубка, это на пол, чтобы мне было удобно дергать. Ставлю кино, чтобы мне было не скучно вязать. Ставлю секундомер на телефоне. Следок для наглядности. Ладно. Кружка с напитком. Пряжа. Ну что, начнем. Посмотрим, что у меня из этого выйдет. Поехали. Вот такие вот толстые носки, вязанные крючком. Для чего они были связаны? А для того, чтобы такие толстые носки можно было одевать, допустим, в рабочие сапоги куда-то, или, может, какие-то там обувь, но именно толстые, теплые. Здесь, естественно, это не на голую ногу, еще снизу надо будет носок одевать. Но вот нужно вот такие вот носки. Это, значит, для работы. Рабочие носки, связаны крючком. Я решила с вами поделиться, как вязать такие носки крючком. Немножко просто расскажу вкратце. Начало вязания от мыска, набор петель, прибавки. Идем по кругу, вяжем пятку. Пятка здесь необычная, не так, как обычно пятки вяжут, потом убавки делают. Нет, пятка здесь намного упрощенная, простым способом. Вяжем пятку, соединяем, набираем количество петель и вяжем все по кругу. Швов нету практически, если один маленький шов на 6-7 петель, которые набираются вот здесь, вот сбоку. И все, не набираются, вернее, просто закрываются. Но нитка не отрывается, а той же рабочей нитью просто соединяем эти петельки. Вместе образуется небольшой шовчик. Остальное все идет по кругу. Больше никаких соединений, убавок, прибавок в этих носках нету. Очень просто, доступно. Такие носки можете связать не только такие толстые носки. Это просто на образце вот таких толстых носков вы можете связать себе нормальные тоненькие носочки крючком. То есть количество петелек просто у вас будет больше. Когда вы будете набирать прибавки, то здесь просто можете увеличить количество прибавок, чтобы была пошире. Потом, почему? Если это толстая пряжа, и крючок у меня номер, давайте посмотрим, номер 6 я вязала, и нитки здесь собранные, все остатки, в 3-4 нитки я вязала, поэтому количество петель и у меня меньше, естественно. Если вы вяжете тонким крючком, тонкой пряжей, значит, и количество петель у вас в прибавках будет больше.
То есть прибавок будет больше и чаще для того, чтобы увеличить мысок. Но я так думаю, что если вы посмотрите этот мастер-класс, и если вы умеете уже что-то как-то вязать, то я думаю, что вы сообразите, как это делается. Ну вот, за 53 минуты был связан второй следок. Ура! Я попробовала, посмотрела, за какой срок я могу связать один следок. Просто мне самой это было очень интересно. Я еще смотрела видео девчонок, которые, значит, замутили там типа такого связать за час. Сколько они смогут связать за час? И что они там вяжут за час? Ну, я не пыталась связать за час. Я просто хотела узнать, за какой срок я могу связать один следок. То есть не за какой срок, а за какое время. За срок, да, за какое время я могу связать один следок. Вот получилось, что за 53 минуты, ну, пускай будет час, я могу связать один следок.
Еще, знаете, с учетом того, что я все-таки сидела за столом, а руки на весу, как-то неудобно. Вот если бы я села на диванчик там, да, расположилась, мне кажется, я бы связала быстрее. Ну, вот так вот как-то. Так что мы кое-что тоже могем.